погода злится, па-па-па-па, гроза грозится, па-па-па-па, гроза грозится, как говорится, быть в беде. Ой, боюсь, 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 ой, боюсь, боюсь, боюсь. Вчера спать ложился, песни пел. Утром проснулся, телевизор включил. Ни по одной программе нет ничего про выборы. Я думал, я умер. Я приемник врубил. Вдруг диктор говорит: прослушайте последние известия, я обмер. Почему последние? Вдруг диктор продолжил. За последнюю неделю в Москве, Московской области не было ни одного изнасилования. Все. Значит, процесс пошел. Я обрадовался. Вдруг я обмер. А может, уже некого. Я на всякий случай на работу не пошел. Мусор выбрасывать не стал. Мало ли, дверь откроешь, а с той стороны... В дверной ручке кто-нибудь взрывное устройство привязал, как бабахнет, и только уши на коврике нет. Или еще хуже, на лестничную клетку вышел, а там эта молодежь зеленая, нанюхались аэрозоли от тараканов, пырнут ржавым гвоздиком. Никто ж не хватится, пока эта моя кровь с 10-го этажа на 1-й протечет. Нет. Я дома буду сидеть. А дома у меня сосед, алкаш недопитый. Он же меня сожжет живьем. Он курит в постели. Курит. Он думает, что я Джордано Бруно. Приезжал пожарник на той неделе. Говорит: вот почему у вас пожар. Курите в кровати. Он говорит: неправда. Я когда ложился, постель уже горела. Нет, а я лучше к людям пойду. Я пойду на улицу, выйду, и пойду, там же люди. Люди. А вдруг эти лихачи на мерседесах, на БМВ, на экскаваторах, вдруг меня собьют? А может, не меня? Точно не меня, слава Богу. Вон, тетку сбили. Нет. Чего ж, слава Богу? Я если увижу это, я ж тут же в обморок грохнусь прямо на нее. А у меня с собой даже валокордина нет. Нет, сначала я из дома выхожу, валокордину с собой возьму, упаковку. Я бинтов, ваты много возьму, склянку возьму, йоду. Если не вотру, выпью. И, конечно, бумаги туалетные, рулон. Мало ли, вдруг не сердце, а что-нибудь другое схватят, а я не готов. Я по улице пойду. А по улице как? А вдруг две мафии разборки устроят, я посередине. А кто-нибудь стрелять умеет? Не, лучше домой. Домой побегу, я бегу домой, бегу, раз. А, не, в лифт не пойду. Мало ли, он застрянет, лифт. Я пешком на 6-й, так, 3-й, 4-й, 5-й. А на 6-м стоят двое. Эти меня ждут. Слышу, один другому говорит: что-то я волнуюсь, нет его уже 2 часа. Может, с ним случилось что? Другой говорит: что ты? Не дай бог. Нет, нет, нет. Сначала я лучше так. Я дома. У меня дверь металлическая вот такая. Я дома запрусь и все. И буду дома сидеть. А дома? Дома. Яйцо съел. Яйцо съел, сальмонелла. Селедку надкусил, там ртуть. Молока выпил, оно из Чернобыля. Или еще хуже. С чердака. С бомжа. Блоха тифозная на меня. Прыг! И у меня температура 70,5. И я подыхаю нафиг. Не, не. Не, 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 не. Нет, раньше как?
Дверь звонили, я открывал. Привет, заходи. Сейчас. Звонок, дверь, я гантелю. Ружья, глазок. Недавно забылся. Звонок, я дверь. Привет. Один мужик. Как ломом по башке трахнет. Хорошо, я в кастрюле вышел. Нет. Я читал утром, у меня же по гороскопу. Что? Точно, по гороскопу у меня написано. Так, на улицу не выходите, навернетесь. Спать не ложитесь, не проснетесь. В ванной не мойтесь, захлебнетесь. К унитазу не подходите, засосет. Все, хана. Я люблю тебя, жизнь, то само по себе и не новая.